Здорово, стратегические жевжики, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и давайте первовзглядывать на дополнение, которое сейчас вышло, к Humankind, Together We Rule, можно перевести как «Вместе мы правим». Что, в общем, тут нового? Ну, во-первых, тут написано с самого начала, что у меня с лицом наелся шоколада и спит, да. Упал подбородком в чернильницу, судя по всему. Ну, это я играл до этого, какая-то из культур африканских, видимо, было принято. Упал лицом в подбородком в чернильницу, а лицом на какую-то готовальню, видимо, тут все нарисовано. Так, подождите. Я не знаю, вот тут пишут, что самое первое дополнение, а как же дополнение с нациями Африки и Америки? Я не знаю, как правильно называть дополнение, расширение, прочее. Просто нации Африки и Америки — это именно что нации, ну, культуры. Они никак игру не дополняют, они просто вот культуры добавляют туда. Кстати, тут тоже новые культуры будут. А это конкретно новые механики. Новые механики всовывают в игру, а точнее дипломатический конгресс. Ну давайте по очереди смотреть. Значит, новый класс отрядов — агенты, которые... Ну тут довольно... Во-первых, само дополнение вышло, во-вторых, обновление. Обновление для игры, которое бесплатно для всех. Меттерних называется. Полностью переработанная система скрытности, подкрепление от других империй, переосмысление механики независимых народов. Я вам покажу, это сейчас сложно описывать. И новое культурное чудо — Санта-Мария-дель-Фьоре. А вот само дополнение... надо зачитывать. Помоги купить Together We Rule в РБ. Ну, это кому-нибудь другому обратись. Ну, в Стиме можно купить. Если у кого-то недоступны покупки в Стиме, да господи, почему я когда стримлю, приходит чувак, просто вот под окном у меня стричь начинает газоны. Не знаю, вам, наверное, когда я говорю, слышно, вот шум на фоне. Просто вот прям под окном ходит и стрижет. Вот прям я начал стрим, давай. Такой бегом, знаете, с другого конца апартмента. Там Лёша стримит, давайте. Ожесточенно, да. В стриме недоступна покупка. Я думаю, что для россиян недоступно в регионе, что и в Беларуси недоступно тоже. На Беларусь наложили санкции тоже, чтобы в игрушки не играли, а Лукашенко свергали быстрее. Понимаю. Попросите кого-нибудь, чтобы вам просто как в подарок кинули. Ну, я не буду заниматься тем, что всем это делать. Тем более, что у меня будет стоимость в американских долларах США, но вам подороже выйдет, чем обычная. Вот сейчас я даже гляну, сколько стоит в Америке. А, наверное, через SteamDB даже лучше смотреть, а не через... Если кто не знает, есть такой прекрасный сайт, SteamDB называется, там много всякой инфы. Так, ну да, Russian Rubble Not Available, самое дешевое в Турции. Так, это, кстати, ну, сама игра там стоит $13, например, мне в США, если я буду вам покупать кому-то, то $50 обойдется, не смущает никого $50 платить. Вот, а DLC сейчас, так, DLC, вот, Together We Rule, значит, в Турции $5 стоит, а в США $18, понимаете?
меня на это обойдется в $18. Что так в Турции все дешево? Вон даже в Польше $15 стоит, так, на минуточку. Что в Турции происходит? Там лира ляснулась, что ли? В Украине, вон, кстати, стоит почти $10 дополнение. $10 дополнение стоит. 360 гривен. Короче, просите тех, кто в Украине, чтобы вам помогли и купили. Я думаю, так. Ну или из Турции кого-нибудь. Тех, кто в Турции находится. Пока так. Давайте вернемся, собственно, к обсуждению того, что тут нового. Это Европа Универсалис со всеми официальными дополнениями платил $120, нифига себе. Кстати, на SteamDB не просто, вот, например, российский рубль написан not available, да? А Беларуси тут просто в списке нету, как всегда, terra incognita. Просто, типа, нет такой страны, даже не будем показывать вам инфу по нему. Ладно, давайте вернемся, собственно, к дополнению. Самое главное, здесь добавляется конгресс, который появляется... Его помощью можно голосовать за всякие законы и разрешать конфликты дипломатическим путем. Появляется он в пятой эпохе. То есть в предпоследней, получается, так? Дальше. Посольства открываются. Это такой... Во-первых, отдельный район, который можно построить. И с его помощью можно... общаться с другими культурами, цивилизациями. Агенты появляются. Ну, то есть, грубо говоря, шпионы. Но шпионами они, типа, становятся в четвертой, по-моему, эпохе. Четвертой эпохе. Но изначально ими можно собирать, будет там новый ресурс. Кстати, похоже чем-то на Endless Legend, когда, помните, там жемчуг такой собирался. Подождите, я тут... гляну, что нам еще писали. Да, вот новое... общество, подсказки. Так, посмотрю, что у меня дополнения эти включены. Да, вот видите, расширение это, считайте, называется. Вот, видите, первое огромное расширение, Together We Rule. Вот оно. Это дополнение, ну просто не знаю, как расширение дополнения, а это обновление. Все включено. Я хочу посмотреть, как вот этот новый, а вот, компромат они перевели, leverage, компромат. Вот этот компромат можно на карте собирать будет, и с помощью агентов. А если вы дипломатическая культура, тут еще 6 новых культур, вот все 6 новых культур, они со способностью дипломатичность. Для каждой эпохи по одной культуре. Кстати, какие культуры? Шумеры, хань, болгары, швейцарцы, шотландцы и сингапурцы. Вот так вот, по каждой культуре вверх. Я почему не запускаю игру, рассказываю? Потому что дело в том, что это все как бы в конце, ну, грубо говоря, в третьей игры появляется. Поэтому там дальше у нас будет вопрос. Пока просто рассказываю, что появляется. Так вот, агенты, вот эти, которые... новый класс отрядов агенты, они скрытые. То есть их не видно на карте. И они могут воровать ресурсы. Что-то с армиями делать, мешать армиям. И самое главное, собирать вот этот компромат, которые потом используются тоже. Значит, агенты открываются в первой эре, шпионы в четвертой, а супершпионы в пятой эре. Вот так. Этот международный форум, или, не знаю, ООН, открывается в пятой эре, если вы встретили все другие империи. Ну, собственно, как в ЦИВе, Конгресс.
Там вы можете какие-то цивики продвигать, доктрины и разрешать международные кризисы. Так, ну, в общем-то, о новом именно в этом расширении я... Ну, тут 6 новых чудес тоже. Понят всеобщий конгресс, посольство. Посольство написано, что открывается, как только вы встретите какую-нибудь хоть одну империю. Так, теперь конкретно, что у нас в Метернихе, в обновлении, которое для всех будет. Для всех абсолютно. Там, значит, подкрепление от других империй. То есть я как понял, если вы в союзе, как это работает, если вы в союзе с империей, то вы можете вводить свою армию в бой, но управлять ею будет ваш союзник. То есть вы вводите армию в бой и передаете управление союзнику. Дальше переработанная система стелса. Это я не очень понимаю, что... И измененное поведение независимых народов. Это я уже играл, смотрел. Там, ну, это лучше показать, наверное, на карте. Там совершенно по-другому они сделали интерфейс независимых народов. По-другому теперь с ними надо воздействовать. Там на них, ну, опять же, та же можно культуру и деньги давать, но постепенно с каждым уровнем отношений вы можете с ними договоры всякие заключать. Там довольно намного дольше они действуют, намного сложнее их становится засоюзить, например. Вот. Ну и всякие другие улучшения интерфейса. Так вот, дело в том, что так как это появляется в третьей, вот этот контент, у меня есть сейв. Это не мой, это разработчики притаранили, в общем-то, этот сейв для тех, кто хочет именно этот контент показать. Здесь уже 47-й ход, эпоха Средневековья. Видимо, мы выйдем в следующую эпоху, чтобы конгресс появился. Давайте проголосуем. Вы хотите... Сейчас я создам голосование. Вы хотите сразу... Как мы назовем? Показать новый контент... То есть вы хотите прохождение от самого начала, но это до контента далековато будет, просто имейте в виду. Либо я загружу вот этот сейв и сразу покажу вам, что там будет. Так что показать новый контент, да, не, да, голосуйте те, которые хотят сразу контент посмотреть, нет, те, которые хотят прохождение с самого начала. Но я тогда вам не обещаю, что мы... За этот стрим дойдем до нового контента. Ну, только болгары. Это болгары в Средневековье. Тут же в Humankind, просто кто не в курсе, тут же культуры постоянно меняются. С каждой эпохой можно менять культуры. Да, кстати, пока голосуете, можно бы и лайки проставить, а то почти 200... смотрящих, а лайков всего 49. Уж вот так. Вот тут у нас человек в чатике ищет, кто может купить в подарок этот доп. Ну, то есть вы заходите... Лучше всего, конечно, найти того, кто в Турции или того, кто в Украине. Не думал ли я еще в январе, что буду клянчить игры. Ну, кстати, я так и начинал. У меня был знакомый, который в России тогда жил. Потому что когда Steam появился, Беларусь вообще была тогда терра инкогнита, и там цены американские стояли. Просто даже доллары были. То есть вот ты заходишь в Steam в Беларуси, и он тебя считает, что ты в США. Нету такой страны Беларусь. И я просил чувака реально в России, он мне покупал игры, я его переводил на карточку, и он мне как в подарок их кидал. Плавные времена. Это было, ну, собственно, когда пятая цива вышла. Потому что пятую циву я тогда еще на диске купил. В
Вот я, кстати, благодаря пятой Циви устанавливал Steam. Это была первая игра, которая со Steam'а работала. Так, ну что, сколько голосов? Соточка, блин, ну вы разделились, конечно. Ну, большинство все равно как бы за показать новый контент, так что давайте загружу этот сейф. О, картиночки новые, кстати. Болгары, поистине сильный народ, сражается множеством рук, но всегда говорит в один голос. Да, кстати, я же еще напомню, что я озвучивал своего аватара для Humankind, и говорил вам тогда, что в озвучании были такие фразы, которые подсказывают, какие дополнения дальше будут. Так что мой аватар озвучен и для этого расширения, потому что я знал, судя по моим фразам, что будет конгресс. Потому что я озвучивал такие фразы, которые показывают, что в игре конгресс есть. Ребят, 200 просмотров и всего 78 лайков. Поставьте лайк, пожалуйста, лайкосик. Лайкачок. Нет, не только игра от Amplitude. По-моему, Цива тоже не продается в России и Беларуси. Ну, вообще, 2K. Все игры 2K. Так. Во-первых, вон новые ресы есть. Бумага, да? Вот описывают. Способность вашей культуры — дипломатичность. Особое действие — демилитаризация. Блин. А денатификация есть? Демилитаризация. Что делает? Вы можете принудить к перемирию силы на любой территории по вашему выбору. Если территория принадлежит вашей империи или не имеет владельца, находиться на ней могут только ваши отряды. Если территория принадлежит другой империи, то находиться на ней уполномочены только ее отряды. Все неуполномоченные отряды на демилитаризованной территории становятся причиной претензии. Повторно использовать демилитаризацию можно через определенное количество ходов. Так. Можно навязать перемирие. Так, у меня с кем-то война тут? Нажмите, чтобы демилитаризовать территорию. Сейчас мы со скрытностью чуть позже разберемся. Хочу посмотреть. Ладно. Армия, в которой есть хотя бы один отряд со скрытностью, может прятаться за кустик. В таком случае скрытность всей армии отображается в виде шкалы на соответствующей панели, а также под маркером армии. Если в армии есть несколько отрядов с разной скрытностью, будет показано только самое низкое значение. Если в армии есть отряд без скрытности, она скрываться не способна. Блин, зачем тогда писать, у армии есть хотя бы один отряд со скрытностью, она может прятаться, а если есть отряд без скрытности, она скрываться не способна. Скрытность армии начинает снижаться, когда она заходит на территорию противника, обладающая зоркостью. Если скрытность падает до нуля, армия обнаруживается. Для восстановления скрытности армия должна перейти на дружественную территорию. Так. Вот у нас скрытность, да, видите, скрывается написано. Опустошение округа. Слушайте, ну, он опустошает округ, разве не сообщается? То есть... Если будет сообщено только тогда, когда он опустошает его. Шпион. Опустошение округа, наблюдать за городом. Производство ресурсов, план застройки. Ну, кстати, вот это все довольно похоже на Endless Legend. Примерно так же шпионаж и в Endless Legend работает. Конечно, это нормальное понятие в стратегических играх, просто
Сейчас это да. Так, а вот разведданные. Обнаружены разведданные. Разведданные появляются как следствие претензий на территории, где произошел кризис. Соберите их при помощи агента, и вы получите компромат. Я как понимаю, что, ну, то есть, либо с помощью агента собирается, а для дипломатических цивилизаций, которые дипломаты, они все, всеми юнитами могут собирать. О, тут и звезды за... Есть звезды за... Это, кстати, не переведено на русский. Появились новые... Смотрите, появился новый этот раздел. Дипломатичный, звезды дипломатии. То есть надо компромат собирать именно. Чем больше компромата, тем... Странно, но вот это описание просто про звезды, которые и почему оно на английском. То есть тут ничего нового не появилось. 2, 3, 4, 5, 6, 7 звезд осталось, как и было. Ну, слушайте, их же 6 было раньше, да? Теперь 7. Ничего не изменилось. Воинственность, наука, торговля, сельское хозяйство, экспансия. А, нет, вон еще ниже. Строительство. Значит, их было 7, теперь 8. Угу. Так, ну, в общем-то, по-моему, все из нового. Ну, еще конгресс ждем, но мы в конгресс еще не вышли. Нам надо выйти в следующую эпоху, то есть в данном случае у нас... Третья эпоха, да, средневековье. Нет, кстати, уже есть конгресс. Кладка законов. Здесь можно предлагать членам конгресса социальные концепции для сессии голосования. Здесь вы также сможете голосовать по концепциям, предложенным председателями сессий. Зависимый народ. То есть на конгрессе предлагают, я так понимаю, что этот закон станет общим для всех, если он пройдет. Международная значимость отражает ваш дипломатический вес. Она складывается из накопленного компромата и может быть увеличена за счет бонусов и подкупа. Чем выше ваша международная значимость, тем больше веса будет иметь ваш голос на всеобщем конгрессе. Наша международная значимость 55. Нет, подождите, это председатель. Наша 204. Да, мы намного значимее, чем все остальные ребята. Пора голосовать по первому закону в Конгрессе. В течение установленного числа ходов выберите один из двух вариантов по предложенной социальной концепции. Вес вашего голоса определяется вашей международной значимостью. Также можно воздержаться от голосования. Это вы просто проигнорируете. Если его не устраивает ход голосования, можно попытаться подкупить другие империи. Придется потратить компромат и повысить международную значимость. Ну, я бы игнорировал, мне как бы пофигу здесь про эти независимые народы. Всеобщий конгресс – это собрание империй, обладающих теми или иными идеологиями. Каждая метка соответствует глобальному среднему положению всех империй по той или иной идеологической оси. Идеологии Конгресса имеют определенный эффект, даже если вы их не разделяете. Минус 20 базовые цены ресурса при покупке через торговлю. Видите, вот за счет этого идет. Конечно, тут эффекта нет. А, видите, то есть смещение происходит от того... Катя, вот это прикольно. То есть общее смещение вот по этой оси... Ваше смещение, вот наше, например, идет общество, да, вот у нас, нет, давайте посмотрим по геополитике. Вот у нас смещено немножко влево, да, открываем конгресс, вот мы тут смещенные, но общее, средний знаменатель, да, по больнице средний, поэтому эффекта нет. А вот в экономике мы больше, как бы, планета больше смещается в сторону коллективизма. И за счет этого у нас получается, что
мы сейчас находимся вот здесь, и у нас дешевле на 20% покупка через торговлю ресурса. А по социальной мы в сторону с... В сторону традиций смещаемся, и поэтому наука на территорию нашей религии плюс 3. Потратьте влияние и совместно с другими империями разблокируйте эту ось доктрины, чтобы ее эффекты влияли на всю империю по всему миру. Разблокированную ось невозможно заблокировать обратно. Я сейчас сделал... А, видите, увеличиваю... Ну хорошо, если я до 10 доведу, что будет... И довожу, я, видимо, потратил всю культуру. Наконец, международные кризисы. В качестве голосующего можете участвовать в разрешении чужих споров. Так, две империи обратились к международному сообществу за помощью в разрешении своего кризиса. А это проблема, что вся игра построена исключительно на зарабатывании звезд, она осталась в игре, да. Так. Гильгамеш. Тевтонец Гильгамеш хочет, чтобы ему отдали территорию Керма и Хезе. А деспот Арджуна хочет, чтобы ему отдали территорию Немоссос. И вот можем голосовать за это. Ну, слушайте, конгресс красиво выглядит. Не знаю, насколько он будет работать. Так, а вот еще у меня вопрос... Территория, дипломатический квартал. Обелиск. Центральная. Это уникальные районы. Ремесленный квартал. Так, что-то я не вижу, чтобы... А где этот район дипломатический? Гавань. Княжеская библиотека. Так может, в княжеской библиотеке... Нет, это общественный квартал считается, а и дуба научным. Месленный... Смотрите, может, не так понял с дипломатическим порталом. Посольство. Посольство. Может, это в других надо строить? У нас с кем-нибудь союз есть тут? A pleasure to see you again. Да, у нас союз коричневым и красным. А, вот посольство. Ага. Это не район, а типа так надо строить. Есть договоры отдельно. Подождите. Посольство, видите, не обязательно союз, просто посольство есть. А вот с союзником, если пообщаться... О! На 10% затрат научного ресурса на изучение технологий, изученных другой империей. Могут строить знаковые отряды друг друга. Каждый знаковый отряд будет приносить своему изначальному лидеру деньги. Ого! То есть мы договариваемся, например, он строит мой уникальный юнит, но при этом я получу за это деньги какие-то. По завершению строительства, в строительстве культурных чудес друг друга, по завершению строительства, участвующие в проекте империи, получат деньги, влияние или компромат по своему выбору. Так, дает доступ к 50% всего компромата, собранного другой империей. Ну, благодаря исследованию разведданных. Ставшие империи позволяют
своему населению мигрировать в столицу любой из сторон в случае голода. Пища плюс 5% промышленность. Блин, прикольные, конечно, эти. Не нарушая мира, вы, тем не менее, ясно даете понять, что присутствие их войск на ваших территориях нежелательно. Публикация засекреченных материалов, которые выставляют вашу империю в выгодном свете, помогает снизить военную поддержку против вас. Так, это убрать требования. А это в новом времени можно будет разоблачать агентов, которые на нашей территории, и... экономические санкции. Прикольно. Пока непонятно, типа оно само по себе появляется, или все-таки надо построить район, потому что я не вижу, чтобы где-то был наш этот район посольства был построен. Так, а вот эта граница, видимо, означает, что вот здесь замерение, демилитаризация вот на этой территории. Видите, я ее запустил. И тут 10 ходов еще демилитаризации идет. Может, только в столице? Так, а что? Ну так, Урук это столица. В общем-то, в столице и смотрел. Не знаю, кстати, может, это не район, а здание? Глянем. Нет, ведь никаких к дипломатии. Так, хорошо, а проекты, если я... Тоже ноль. То есть у нас нету ни проектов, ни районов, связанных с дипломатией для постройки. Странно. И построенного тоже нету. Может, все-таки это район? Блин, написано в патч-ноуте. Что тут написано? New Water Embassy unlocked as soon as you met another empire. So new Quarter — это новый квартал. Unlocking new interactions with empires to stronger ties and desk creative treaties, such as mutual access to emblematic units. Новый квартал. Где он? Вот у нас идет. Так как мы общаемся с другими этими, то явно он построен. Вот это что такое? Вот посольство, вот оно. Просто не отмечено ничем. Вот оно посольство. Так, единственное, я еще хочу показать, ну это вот есть независимые народы. Вот как изменился интерфейс. Видите, как теперь вы вот так можете. Вы сколько-то вход либо культуры, либо денег. Ну, либо того и другого можете. И за счет этого вход у вас увеличивается покровительство. Когда оно увеличится до определенного момента, вы можете заключать договоры. Вот сначала установите контакт, по-моему, там 10 культуры стоит. Потом от 20 до 50. Одно, по-моему, одно из этих вы можете заключать. Не помню, или все можете сразу. И вот так постепенно, и потом в конце, когда вы доходите от 100 и больше, то вы можете либо клиентское государство, либо ассимилировать. Видите? Теперь вот так работают с независимыми городами. Так, что еще я хотел показать? Что тут интересного? Разведка. В режиме просмотра разведданных на карте отображается информация о зоркости на каждой территории. На панели справа показывается информация о скрытности и зоркости ваших разведотрядов. Но у нас только один, видите, там что-то грабит. Войны с двуручными мечами. Если округ или отряд обладает собственной зоркостью, они увеличивают зоркость территории, на которой находятся. Если на территории с зоркостью находятся скрытые вражеские армии, их скрытность будет каждый ход снижаться за счет самого зоркого объекта на территории, пока те не уйдут или не будут обнаружены. Ну, примерно все я показал из того, что есть в обновлении, в Конгрессе. Я думаю, можно начинать новую партию, видимо. Да, одно на империю.
Посольство одно на империю ставится, и все. Просто, ну, считайте, что это дипломатический квартал, куда все послы съезжаются. И почему-то вообще где-то, знаете, на другой территории тут поставлено. А кем он был до этого? Каньцы, тоже дипломатическая культура, видите? И шумеры, тоже дипломатическая. Или дальше продолжить играть за болгар этих, а не с самого начала. Просто уже все дипломатические остались. Плодотворные переговоры. Изменяет стоимость на 20%. Плюс 5 компромат против побежденной империи при победе в битве без потери отрядов. Ну, такая... Так себе способность, честно говоря. А, давайте проголосуем. Тут, в принципе, так, появляется голосование в чатике. Андрей Парфенов, здорово. Вопрос, продолжать эту партию. Тут, собственно, и, ну, можно продолжить за все дипломатические. Тут как раз и до этого взяты все дипломатические. Либо начать новую. Мне кажется, лучше продолжить было бы, потому что, ну, собственно, как раз контент именно здесь. Так, а что нам бумага дает? Дополнительный научный ресурс при получении компромата. Угу. Других интересов тут новых никаких не вижу вроде. А, кстати, я еще хотел чудеса посмотреть. Кто помнит, какие... Ну это... Вот, пирамиды Хью... Нет, пирамиды были. Стоунхендж был... Всячие сады, пирамиды были. Александрийский маяк. Подойди. Чё, я не одним... Вот, я мавзолеем обладаю. Только и всё. Интересно, 6 новых чудес тут появились. Хотелось бы мне знать. Грандиозное сотрудничество, чертежи. Так, народ прям тотально хочет новую. Ладно, хотите. Будет. Крутая у меня одежка от болгар. Так, а чё я не подключен к этому? Сейчас, пойти, пока уберу игру, чтобы вы не видели, что я тут ввожу. Секретный пароль. 1, 2, 3, 4. У меня же там... Кстати, есть у кого еще эти... Есть в чатике аватарки, кто хочет, чтобы я ваш аватар добавил и против него сейчас играл? У меня тут есть некоторые аватарки моих... зрителей. Но я могу еще добавить... Включился Game Together. Дед Бородет не продается в России и Беларуси, так что цена разная, скажем так. Так, ну вот у нас Никсалс есть.
Юка Фува, Лиза ПБ, Дигул, Имикуда, Маужди, Либоер, Альдебаран. Но это все Минхаус Килл и Джордж Федоров. Это все зрители мои. Так что если у кого-то еще... Хотя не знаю, как вам... Надо ссылки кидать мне сейчас. Ладно, давайте начинать. Расширение Twitch. Ну, наверное, не работает еще. Кстати, знаете, что еще хотел? Энциклопедию посмотреть. Угу, вот даже отмечено, что DLC. Так, я хотел посмотреть, что тут добавится. Культуры, вот, чудеса природы. Долина монументов, Памуккале, шоколадные холмы Эльдгияю и культурные чудеса. А, то есть чудеса 6 штук, имеется в виду 4 природы и 2 культурных. И штаб-квартира всеобщего конгресса. И несколько сюжетных событий. Так, а что штаб-квартира всеобщего конгресса что дает? Международная значимость плюс 50%. Сюжетные события. Ну, кстати, я хочу вам сказать, что сюжетных событий не так уж и много. Хотя вот в DLC... это все события чисто DLC, понял. Тогда нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смотрите, все в основном на последней эпохе. Ладно. Так, новая игра. Ник Салс, Хьюка Фува, Либо... Давайте только, может, меньше поставим. Скорость Блиц сделаем, чтобы быстрее. Мир. Давайте мир... Нормальный, на 6. Сложность, пускай будет Империя. Карты... Конкуренты. Как мне их убрать теперь? У нас мир на 6 игроков, да? Или большой? Не хочу огромный. Не, нормальный. Пускай будет нормальный. Так, там Дигул, по-моему, был... Единственный, кто не эксперт. Жестокость, вероломство, импульсивность. Порядочность, замкнутость, доверчивость. Порядочность, милитаризм, общительность. Надо, чтобы просто разные. Азарт, настороженность, злопамятность. Оборона, богатство. Ядерная держава. Провоцировать ядерный апокалипсис. Единомыслие. Мореходство. Так, филантропия, порядочность, открытость. Единомыслие, мстительность. Как связано порядочность, открытость и мстительность? Жестокость, вероломство, импульсивность. Оригинальность, гордость. Кстати, мне вот просто не нравится иконка коня, потому что мне постоянно кажется, что это юнит какой-то. Давайте вот солнышко дадим.
слепой символ. Пускай будет. Азарт, злопамятность, осторожность. Это ВВП в чистом виде. А кто там еще был у нас? Маужди. Вот над Либойров. А, Либойр стоит. Злопамятность, пятая, открытость, настороженность. Настороженность, осторожность, открытость. Типа это разные вещи. А что все порядочные реально? Ну ладно, как стоит, так и стоит. Оставим вот этих всех. В общем-то, обзор дополнения это первые 50 минут стрима, ну, первые 40 минут стрима. Кстати, спецы повышались согласно уровню культуры в World War. Хорошая идея. Насчет здания одного типа не согласен. А вот чтобы спецы повышались, это да. Так, ну что у нас тут? Появляется племя. Вот тут обезьянка взяла палку в руку в этом месте и решила кому-нибудь найти того, кому по башке можно настучать. Вообще пока еды не видать. А вот есть наука. Так, наверное, сюда сначала сходим. О, и мамонтенок Кеша появился. Просто пересечение реки заканчивает ход, поэтому надо внимательно это делать. О, еда сверху. Так, мамонт, по-моему, не нападает или нападает? Вроде нет. Так, знаешь что, я хочу, наверное, еду собрать, чтобы больше жителей стало. Вау, сразу 4 добавили. Ну, мы просто на блице играем, на самой быстрой скорости. Так, ну я бы тогда, говоря, мамонта завалил, раз нас теперь 4. Звезду охотника. Так, а что нам? Нам дали 20 еды, но что-то... Я думал, нам еще жителей дадут. Ладно, мы следующим ходом забираем вот эту вот и перейдем в следующую эпоху, чтобы все было собрано тут. И возьмем производство, еда... Давайте на науку возьмем в этот раз. Обычно производство беру. Так, ну чё. Есть лошади, есть река. Я бы тут город, собственно, и ставил. Блин, я вообще хотел, чтобы один... это сделал. Ладно. О, уже взяты... Короче, все уже взяли. Ну, мы берем шумеров, играем через дипломатию, я так понимаю.
Минус 90%, 10% к стоимости присоединения территории за каждый город, остающийся до лимита городов. Что так сложно? Минус 25% стоимости подписания договоров с независимыми народами. И уникальный район. Две науки и наука за каждое соседство с земледельческим кварталом. И наука за каждое соседство с объектом главная площадь. Ага, рядом с главной площадью надо строить, и рядом, а вокруг земледельческие кварталы. Окей. Так, мамонты... Ну да, одного мамонта убили, и сразу все вымерло. Да, конечно. Конечно. Так, ну, сразу давайте город, собственно. Урук. Вопрос начать. Так, во-первых, давайте мы сюда несколько разведчиков сразу посадим. Ну, типа жителями. Думаю, двух. Достаточно. А этих разделяем и исследуем территории. Так, я вот думаю, наверное, я все-таки с культуры сначала начну, а потом уже 7-5. Вот тут везде будет, по-моему, ага, минус 3. Кажется, мне надо сюда будет ставить, а потом вокруг него... А, давайте сразу поставлю просто вот так, следующий, после гончарной мастерской. Так. Нам, наверное, домашними животных, потому что мы можем лошадей обрабатывать тогда. А потом календарь. Так, и в очередь ставим лошадок. Сразу еще и календарь дооткрывали. Нам там науку, видимо, дали. 15 науки, 10 культуры. Слушайте, вот тут, конечно, территория прикольная. Серебро, ртуть. Надо где-то здесь уже ставить аванпост тоже. Наверное, ирригацию надо. У меня тут, ну, довольно много рек. Over this way. Off we go. Right. На эту реку, наверное, зайдем. Да, шумеры — это те, кто шум меряют. Молодец, а как ты так догадался? Поразительно. Я вот пока не прочитал в энциклопедии, не знал. Так, может, уже где-нибудь тут поставить... райончик. Я бы где-нибудь с рекой рядом ставил. Хотя, конечно, тут все заснеженное. Не особо... Может, тогда рядом с горами? Ладно, давайте откроем. А, тут не пройти будет. Горячие источники. Видите, тут довольно мало выхлоп, но нам эту территорию надо забирать, потому что тут... Во-первых, два бонусных реса и три в будущем еще стратегических.
персонажа рядом с горами где-то ставить. Ну тут не показывают выхлоп какой. 15. Я бы, наверное, все-таки на реке ставил. Смотрите, тут 17, тут 17. Я бы, наверное, какой-нибудь сюда поставил. Это точно крутое место. Блабу, здорово. Шум меряют шуммеры, а шумеры меряют шу. У вас какой длинный шу? Так, ирригацию открыли. То 8 науки и 10 культуры взяли. Что дальше? Ну, я бы в письмо пошел. Тут, во-первых, дешевле законы принимать. Во-вторых, дом писцов можно строить. Let's go. Нахера я так приму? Просто так пройти. Ну, тут еще какие-то территории с ресурсами. Так, вот теперь можно... Вокруг вот этой Эдубы земли... Значит, Эдуба плюс 6 рядом с центральной площадью. И плюс 2 с каждой земледельческим кварталом. Тем более у нас, блин, у нас уже минус к еде. Фак, у нас будет минус житель следующим ходом. Кстати, может конного разведчика тогда лучше побыстряне. Который будет минус 2 здесь или... Да, минус 2. Ну такое, конечно. Надо было раньше этого разведчика делать. Ладно, зато мы носиться сейчас будем. Дыг-дымкать по всей планете. Let's go. Ну, я думаю, надо эту территорию присоединять. И... земледельческие пускай строятся, но потом мы вот эту построим. 10. Так, а куда нам тут земледельческие? Нет, тут, наверное, вообще мы земледельческие точно не будем строить. Мы просто... Ну, давайте в эту сторону... А потом... Ой, блин, я же мог за культуру обработать... Я забыл. Забыл. Я мог просто за культуру бесплатно эти сразу обработать, только потом территорию присоединить. Подожди, можно я сейв загружу, если вы не против? Я просто забыл, как оно работает. Серега, здорово. Пошел в начало. Альтмеры... Босмеры, данмеры, шумеры. Совпадение? Я думаю, да. Я думаю, совпадение. Хотя все не так уж и однозначно, как нам всем кажется. Ну, Россия Херсон оставляет. У него же название такое. Херсон. Просто неприятно город, видите, в своей юрисдикции. Херсонская область, вот эта Херсонская Народная Республика, она... Название опорачивает уже само по себе российскую армию. Так, значит, смотрите, тут можно за культуру просто сразу это делать, поэтому... Оба, и только после этого присоединим. Научный квартал плюс 2 науки, кстати, дает... А тут 2% науки, вау. Так эти очень крутые у меня территории здесь получилась. Хотя только присоединяем. И в очередь поставим, видите, 12 уже. Не 10, а 12, потому что за счет
вот этого всего. Так, а теперь потыгадымкали, куда мы там хотели. А здесь я, может, сразу на реку пойду. Не терять потом ход следующий. Блин, нифига тут ресов еще на этой территории. Ну, тут какие-то в будущем стратегические будут. Мы их пока не видим. То есть это может быть нефть, железо. Или железо мы должны видеть, я уже не помню. Наверное, железо мы должны видеть, просто пока не можем обрабатывать. Но мы все сильные, это письменность. Письмо, а мы первыми, интересно? Вроде нет. А, не первыми. Мировое деяние, эти нам 50 славы дали. А что у нас тут по звездам? Пока звезда экспансии и звезда науки. Я бы, кстати, вот это еще все построил сразу после района. Так, что, куда дальше пойдем? Наверное, колесо я бы открыл, чтобы дороги появились. С лесом у нас не так много, оборонять город нам не от кого. Но вот медь... А, нет, железо мы не должны видеть. Железо только откроется в этой эпохе. Вот медь мы должны видеть, но я ее не вижу, поэтому нам обрабатывать, собственно, и нечего. Конечно, исторично. Мы все по секретным документам у нас тут. Хотя, то, что шумеры у нас дипломаты, это немножко странно, конечно. Вообще, факт наличия дипломатов в древнем мире немножко удивителен, да? Так, ну, территория интересная, но пока мы не знаем, какие тут ресы, колонизировать ее не хочется, честно говоря. Я бы вот эту скорее колонизировал, тут выглядит интересно. О, вон уже чьи-то границы, тем более. Так, явно вот эту территорию надо колонизировать. Тут спуститься не получится, да? Ну, сходим, соберем вот эту интересность. А здесь соседа надо встречать. У нас тогда откроется возможность дипломатический квартал построить. Ну и где у него? А, вот центр города. Все, встретили. И это у нас... Лебуэр. Ну, скажите, хотите дружить? A most intriguing offer. Факт о ненападении я ему предложил, просто не видите за вебкой. Пока так. О, да, надо, кстати, выйти из границ, а то я буду урон получать. Блин. Потеряем ходы, к сожалению. Наверное, сюда хочу вернуться. Вот по этой реке хочу пойти дальше. О, теперь вы можете построить посольство, открыть новые дипломатические действия. Посольство можно построить на любой клетке, как культурное чудо. Его строители могут участвовать несколько городов. В вашей империи можно построить только одно посольство. Плюс 20 стабильности и влияние за каждое соседство с объектом округ. Так, ну мне надо где-то здесь, наверное, строить тогда. Где тут река? Знаете, что, наверное, где-то здесь надо построить будет. Так как тут вот все заснеженное. Ну ладно, пока, честно говоря, не хочу.
Сколько у нас вообще этого... Вот и дипломаты появились. Специалисты по сбору разведданных. При посещении странных городов обе стороны получают влияние. При посещении независимых народов повышает их покровительство. И он, так понимаю, еще скрытый к тому же. Кстати, а какой у шумеров уникальный юнит? Вот он. Агауш. Противокавалерийский получает дополнительную боевую мощь за каждый отряд Агауш в одной армии. Новый социальный институт. Влияние от главной площади плюс 5. Вера от территории плюс 3. Ну, цивилизация научная. Давайте, наверное, естественное право примем. Так, а тут в законности основать аванпост дешевле присоединить. Давайте, блин, а тут мы возвращаемся. Давайте дальше пойдем по... Присоединить аванпост дешевле. Надо убегать лошадкой, а вот тут надо город где-то ставить. Тут 21, тут 23. Я бы здесь ставил. Вообще не город, хотя бы территория. Я не уверен, что тут будет прям город. Так, как нам конникам быстрее всего? Вот сюда давайте выбежим. Полотничество. Ну давайте в каменную кладку. Кстати, наш уникальный юнит ничего не требует. А может, обработку бронзы откроем? Уникальный юнит построим. Так, что у нас с жителями? Пока еда увеличивается. А что-то быстро вообще так техи открываются. Ощущение, что мы сейчас все техи откроем еще до того, как вообще звезды наберем. Нет, возможно, и нет. Так, что дальше? Использование подкреплений. Ну, наверное, это откроем. Потому что мореплавание, ловля. Хотя у нас на побережье тут тоже можно будет поставить. У нас науки дофига, конечно, 37. Прилично так капает. Посольство 3 хода. Наверное, стоит сделать. А вот, кстати, независимый народ. Ну, далековато, не хочу с ним. А вон еще сосед. Так, короче, у нас вот здесь... такой треугольничек. Здравствуйте. Меня называют вспыльчивым, импульсивным, несдержанным. Спасибо за комплимент. Где звук? Ну, еще вообще громкость соточка стоит и громкость голоса 100%. Вам нормально было слышно, как я говорил? По-моему, просто, ну, как бы соперник громче звучит, чем я. Норм по звуку, да? Показалось тогда. Так, что у нас еще по территориям? Что я хочу? Надо вот тут как-то исследовать, да? Выше Урука.
Кажется, где-то город... Вот эту территорию, наверное, тоже к Куруку надо присоединять. А вот там уже какой-то второй город ставить. Судьба вольных городов. Пока я, наверное, не буду принимать этот закон. Нанять армию, подписание. Потому что не хочу я пока вот там. И с кем так. У него неуверенность со мной. Кстати, надо этому тоже факт о ненападении. А, он мне предложил. Я согласен. Давай отпразднуем это соглашение. Так, и я могу ему чинить роскошные товары, торговля. Предлагаю оформить наше взаимное уважение официально. Ну, не буду я кризис выдвигать никакой. Вот, смотрите. А, я не могу зайти. Черт. Вот. Тут у них что-то уже происходило, поэтому вот здесь можно собрать этот авторитет. Напоминает, что вот это мне видно, потому что я дипломатическая цивилизация. Всем остальным это видно только... Видите, вот снизу написано «Особый бонус». Разблокировать способность собирать разведданные на карте всеми типами отрядов. А, лимит агентов еще есть. А какой у нас лимит агентов? Хрен знает, да? Еще нельзя много агентов сделать. Вон, еще одна... Ну, он пока еще не сделался независимым городом. В том же самом месте появилась снова интересность. Так, вот тут мы можем сразу вот это обработать за культуру. Это что дает? Плюс 5 пищи. Просто плюс 5 пищи. Так, я бы, наверное, сделал армию из своих вот этих агаус. У меня так неплохо города растут. А потом агента. Не, слушайте, ну он не скрытный. Ладно, сделаю агента в любом случае. Это вот с этой стороны мы так плотненько, аж две культуры, а тут никого... Ух, напал на меня. И Калибойр включил в свою сферу влияния. Так, ну тут мы политеизм берем. Организация войска изучили. Давайте переименуем только это... как религию назовем? Может, просто Шу? И будем его мерить? Религия Шу. А знаете, как будут последователи религии Шу? Шушпанчики они будут у нас. Ну все, хана тут, походу, моему скауту. Блин, как мне так отступить, чтобы... Все равно убьют. Я надеялся, может, чтобы не убили юнит, но нет. Хрен там плавал. Так, ну что тут, пошли в каменную кладку, а потом мореплавание. Мы, походу, откроем реально все техи до того, как вообще насобираем все звезды, такое ощущение. Yes, sir. Okay. О, тут у нас мрамор. Так, вот эта территория мне тоже нравится. Ой, медь тут. Так, это интересно. Деньгу выдали. Так, вот эту территорию точно надо
обрабатывать. Ну, тут куча рек, я бы тут где-нибудь город ставил. А нет, все-таки мы можем уже выходить в следующую эпоху. Тут снижается. Ладно, нужно посольство будет еще сделать по ходу. Что за флаг? Это флаг Смоленской Народной Республики. Я за отделение Смоленской области от России, потому что там, ну, живут, очевидно, не русские. Там особый народ смоляне. И я давно выступаю за то, чтобы Смоленск стал независимым от России, которая оккупировала, в общем-то, территорию Смоленска, за Смоленскую Народную Республику. Так, пока не будем переходить в следующую эпоху. Да, я знаю, что они продолжают преследовать, я просто забыл. Кто не в курсе, в Humankind ходы одновременно происходят, не по очереди. То есть это пошаговая стратегия, вы просто каждый ход что-то... Но все ваши соперники ходят одновременно с вами, даже если вы против компьютера играете. Блин, тут нормально вообще ресов. Только надо придумать, где город ставить. У нас пакто не нападение, поэтому он на меня нападать не должен. Я, наверное, коником тут сейчас поставлю. Тоже надо вот это исследовать по рекам. А я сюда вообще зайти? Ага, вот так придется. А скаутом здесь поставлю. Вон авторитет, кстати. Блин, да ты прикалываешься. Ах ты писюн желтый. Так, ну мне кажется, надо отменять. Yes, I hope you don't mind if I stare. Вам не интересно. Желтый писюн. Берем авторитет. Ой, не авторитет, как он называется? Дипломатический. Разведданные. Не, подожди, как он? Компромат. А где? Вот кто-нибудь видит, где на экране. Где они накопленные? Кто-нибудь видит, где разведданные у нас? Вот культуру и деньги я вижу. А где разведданные копятся? Игра в предсказания. Наши горожане массово увлекают... Так, ну ладно. Игнорировать сплетни, непокорность, минус 5 стабильность. Суеверие мне не очень нравится. Хотя у нас науки дофига, но мне нравится, что сдвинется от прогресса. Хотя у нас мы не перешли. Ладно, давайте вот это прислушаться. Хай суеверие, там минус 2 науки. У нас просто уже все техи открыты практически. Что, наверное, тут и поставлю райончик. Потом пойдем этот хертан валить. В открытом окне дипломатии. Welcome. You have news? Ваш компромат 0. Тут ваш компромат 5. А тут 0. То есть я соб... Ну, подожди, так это ж не на его территории, или на его территории было? Да, на его территории. То есть компромат еще отдельно для каждой цивилизации, что ли, копится? А кем он тут бегает? Тоже конным разведчиком.
Так, ну, надо нападать. Сейчас мы объединим. Да, я хочу объявить войну. Он город уже поставил. Полностью охреневший. Да, иди в жопу, тварь. Блин, мне надо было, наверное, кризисы сначала. Так, сюда отступ. А, подожди, я ж первый атакую, да? Нет, тогда не надо. Здесь стоим. Так, так у меня... У него преимущество от высоты будет. А тут пересечение реки, да блин. Что у меня от пересечения реки? Что за хрень? Ладно, сюда перебежим. А чё тут рассусоливать, говорить о чём-то? Я объявляю тебе войну. Stop your threats. They're simply Предатель. Pathetic. Больше военной поддержки за разрушение вражеских округов. Я армию построил. Ну вот у меня, походу, вот это второй город получается. Армию строим. Давайте-ка немножко побыстрее. Не, все равно одинаково. Ладно, пока так. Пока стоим, чтобы армия создалась. Ну, 4 юнита в армии должно быть. Здесь, наверное, сразу вылечу. И пойдем осадим Лавенту. Или сломаем сначала обсидиан. Что это такое? А, это дипломат, кстати. 8 ходов. 8 ходов разграбления, ты прикалываешься? Сетевая сумма, через 8 ходов мы можем вообще уже в следующей эпохе быть. Так долго, ладно, тогда... Подходим к Лавенте, наверное, тогда. Follow me. О! Так, а вот это я бы взял. Вопрос, боевую мощь, либо стоимость. Давайте, наверное, боевую мощь возьмем. Плюс один. О, можем просто принять бесплатно, потому что на нас влияет Либор, который принял это. Ну, давайте примем. Бесплатно, без траты культуры, почему нет? Ну да, как-то долговато. Такое ощущение, что не отскалировано по скорости, потому что 8 ходов грабить что-то до хрена. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, придется сюда идти сначала. Ну, то есть, вот этот грабит мой аванпост 4 хода, а я граблю каменоломню 8 ходов. Вообще, ничего странного, да? Надо, блин, минус 50 стабильность на 2 хода. Ну, нормально, в принципе, я думаю, выдержим.
Хотя, слушайте. Нет, там поменяется с прогрессом. Нет, отвечу отказом. Тем более, оно ж не сразу, типа, падает, да? Так, как нам тут... Осада у нас будет. Наверное, сам нападет, да. А, я не могу лошадью, кстати, в город заходить точно. Я ж не смогу его взять, а нафига он на меня напал? Подождите, его надо выманить. На следующем ходу выманим. Я думаю, что отойду, чтобы он флаг пошел захватить. О, этот на меня сам напал, отлично. И насколько у нас тут сила увеличилась за счет того, что у меня тут... Так, как нам лучше разместить? Где у нас вообще флаг там? Да, ну ладно, тогда так разместим. Плюс 3. А я сколько еще звезд-то могу набрать? Военное все собрал, научное все собрал, дипломатия ни хрена, культурка практически. Ну хорошо, у меня мощь отрядов 31, а у двух колесок 40+, и от этого в два раза быстрее они грабят? То есть это все норм, да? Либор снизил вашу военную поддержку. Так. Тут я хочу... Мне надо, чтобы он вывел свой юнит. Я не могу... Хотя, слушайте, я мог его, наверное, убить сейчас. Не, лошади не могут просто заходить в город. Ну, предположим, так. Нет, он стоит. Победил. Лавента захвачена. Влияние на главной площади. Давайте, наверное, монокультуризм возьмем. Хотя я вообще ничего не буду пока. Так. Теперь надо удерживать этот город. Наша триумфальная победа над силами врага Химикуда — повод для ликования. Мы стали настоящей державой. Вас провозгласили одним из величайших лидеров мира, а наши стойкие солдаты вернулись домой в город Урук с военными трофеями. Как же нам ответить это славное событие? Стоит ли поблагодарить тех, кто вел битву? Так, давайте посмотрим. Фанатизм плюс 25% веры на округ. Это мы идем по традиции. Признать заслуги, коллективизм, ликование плюс 10. И присвоить всю славу. Давайте признать заслуги. Стоим внутри, лечимся. Не буду за деньги. Так. И армии тоже туда идем. Так, вот интересно. Да блин, чё так этот культурой влияет, я не понимаю. Он нехило так влияет, конечно.
Ладно, давайте тут заменим. Не хочется еще минус 50 иметь. Так, а вот тут присоединим Хезе. Посольство построили. That's all you needed to say. То есть у нас нету против него компромата никакого пока, но соглашение можем заключать. Ну вот пищу, вот это я бы чисто попробовал. Ну скажите, хотите дружить? As much as it pains me. Соглашение yes. о беженцах подписано. Отлично. Я так рад, что дожил до этого момента. А тут какие-то требования у нас есть. Он хочет, чтобы мы ему 200 заплатили и отдали территорию Хезе. Что-то маловато для такого жеужика, как я. Вы способны на большее? Our demand is unnecessary. Видите? Forget it. Люблю, когда у меня все хорошо, а у вас все плохо. И пока не можем тут ничего предлагать. А почему у нас пакт... Он разорвал пакт о ненападении, блин. What does this war do for either of us? А с чего ты решил, что я буду Белого с тобой мира. Сотрудничать? Нет, ну нам Лавента нужна. Мы не будем Белый мир заключать. Я в гневе. Ты нормальный? Так, давайте дипломатам попробуем. Ну, во-первых, пособираем тут. Я так понимаю, что мы дипломатам как раз можем по чужой территории ходить спокойно, как он по моей ходит. Культурное событие 210. А правда нафига? Мы все техи открыли уже. Так, а вот это я бы принял. Религиозный округ дешевле строить. Собственно, ну я бы еще армию, наверное, построил скорее. Да, слушайте, дипломат прям обязательно к строительству, потому что он по чужой территории спокойно бегает. Так, когда мы там можем этого принудить? Объявление несправедливое. Ну да, вот это то, что я несправедливый, это я тупанул. Надо было кризис использовать. У меня теперь у самого минус 4 капает. Мне надо еще ему где-то поражение нанести. Пока есть вот. У меня быстрее уходит желание войны, чем у него. Культурная ассимиляция тотальная. Greetings. You have need of me? Подождите, так было ж соглашение о беженцах заключено. Что за хрень? Он как будто это хасид какой-то. Блин, слушайте, я могу не успеть вообще-то.
Только у меня... Ну, хотя 9 ходов должен успеть. Какую-нибудь битву провести. Стоим, ждем, когда армия сделается. Да, святилище поставить. Для того, чтобы дорога была. Надо пофиг, какие клетки вокруг. Ой, блин, я его сначала сделал. Замотвить. Ну, это на два хода всего, так что я думаю... Потерпим. Оно не сразу падает, понимаете, вот несчастье. Оно постепенно будет. Но очень сильно влияет культурой. Соперник. Что мы можем теперь сделать? Вот мы зашли в город, и что? Посещение странных городов, обе стороны получают влияние. Видимо, я плюс 4 сейчас получаю от дипломата, да? Ну ладно, я дальше хочу исследовать территорию, пока не будем. Все равно плюс 4, непонятно. Чудо застолбить. Стоунхендж. Ну, кстати... Культура у нас дофига, в принципе, пока мы никакие территории не присоединяем. Я в гневе. Ты нормальный вообще? Да, давай-ка ты сам мне войну объявишь. Я-то готов. Так. Плюс 4 к мощи после разграбления. Ну, кстати, вот это интересно. Армия. Нам бы с ним повоевать. Так, ну, наверное, Стоунхендж я бы еще построил. А там не важно где? Не важно. Я, наверное, пока буду стоять. Или может, эту территорию еще присоединить. Ну, хотя бы аванпост поставить. Так, и что эта культурная цивилизация сильно своей культурой влияет. Что, такое ощущение, что и фиолетовый с ним воюет, нет? No one thing. Be wary of crossing me or my subjects. Ну, скажите, хотите дружить?
You expect greetings? Blades would be more appropriate. Your presence enrages me. А что у нее пацифизм? Он пересет значок, ведение войны против нее будет приводить к большим потерям военной поддержки заход. Угу. Но тут мы, по идее, должны эту битву выиграть. Я там какие-то армии еще дополнительные. В целом, сторона врага сильнее. Но у него флаг вон где. Нам к флагу надо добраться. Блин, как территория тебе? Может, вот так пойдем? Там главное флаг захватить, и это будет считаться победой в битве. Начинает. Блин. No good. И тут никак не пройти. Фак. Это с двух сторон пытаться, что ли? А, следующий ход. И лучников может еще подводить. Нет, точнее, не может, а точно. Они должны успеть в битву зайти. Там 4 хода битва. Может, религию соседа принять? Кстати. А что у него... Зороастризм. А что за уже две догмы приняты? Ну пускай перейдет в зороастризм, вот два хода осталось. И, наверное, тогда примем реально. Что там у него принято? Отказ от роскоши. Деньги, источники драгоценности плюс 5. Нормально, кстати. Мне норм. И... А, все, одна догма. А почему написано, что две догмы? Да блин, что он каждый раз кризис какие-то выдвигает? Вы снова показали свою некомпетентность. Our demand is unnecessary. Forget it. Вам пришлось согласиться, да? О, как это приятно. А почему до сих пор это требование? Я в гневе. Ты нормальный вообще? Our demand... Так, турное событие. Пойду тут исследовать. На этой территории, мне кажется, уже какие-то ресурсы должны быть. Так, и лошадкой тут добавили территорию. Лошадкой тоже давайте куда-нибудь сюда поскачем. Блин, а у этого фиолетового уже 4 города стоит. 4.
атаковать, ладно. Фигаси, еще минус юнит. Слушайте, мне надо тут как-то отступить и стоять, ждать лучников. Я, по идее, следующим ходом вхожу. Блин, надо было сразу так делать. You seem trustworthy. Shall we talk? Вы вынуждаете меня согласиться. For doing that. Блин, я задолбал, он каждый ход требования выдвигает. Ты нормальный вообще? Let's forget this demand. У меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете. Не хочет, отказывается от пакта о ненападении. Так, у меня вроде все обращено. Нет, еще один ход. What does this war do for either of us? Да, дорогой союзник. Говорите, я вас слушаю. Не, ну белого мира это я ей отдаю лаве. Да, конечно, я забыл просто, как Humankind это работает. Мне надо было сначала потребовать эту лавенту, блин. Я забыл, как это действует. В Humankind, прямо вам скажу. В смысле, исправили блокировку из-за любой битвы. Так в этом фишка, в общем-то, битв. Типа, не допускай битвы рядом с городом, не будет блокироваться. Не будет блокироваться промка. Офигительно красный расселяется, честно говоря. Получается, с этой стороны никого нету. В битву. Вводим лучников. Я помогу поэтому стрелять. Так, ну у меня останется еще следующий ход. Вроде лучниками я как раз справляюсь, хотя пишешь, у меня меньше силы. Ой, новое DLC в шестую циву, ты прикалываешься? Вот смотри, если сейчас не будет нового DLC в шестую циву, я тебя забаню просто.
Это лидер пас. Такое ощущение, что это не новое дополнение, а какое-то... Типа... Лидеры вам доступны. Один момент. Надо разобраться. Это какой-то... Какая-то хрень, это не дополнение. Страницы игры вообще никаких новостей по этому поводу. Странно, правда? Это что-то для мобильной версии, ребята. Что для мобильной версии? Влад, ну не это. Такое ощущение, что это для мобильной версии лидеры из Frontier Pass. Новое дополнение вышли. Это только для мобилок. Да. Они не будут уже выпускать никаких дополнений для шестой цивы. Сюда идти, чтобы вот эти цивы встретить. Эти две еще оставшиеся. Флажок открыт. Да как ты не добежал туда? Твою мать. Показывала, что... Но это хрень. У меня лучник должен был туда добегать. Подождите. Мне это очень не понравилось. Какого хрена у меня лучник туда не добежал? Да, цива есть на мобиле. Мобильная шестая цива, да.
не было, в смысле, на горе у лучника зона контроля. Хорошо, если у него зона контроля, почему мне игра показывает, что у меня лучник добегает в ту эту территорию? Ладно, сейчас глянем. Кстати, надо принять религию. Сколько будет? 5 ходов. Тоже что-то долго, мне кажется, для такой скорости игры. Ладно, смотрим еще раз. Так, во-первых... Так, вот это какой-то глюк. Этого тут не должно быть вообще. Который дает зону контроля, но его не видно. Но вот, предположим, я хочу сюда зайти. Не прохожу. Не, ну это какой-то прикол, честно говоря. Вот этот, если тут находится лучник зоны контроля, то сюда же невозможно зайти на эту территорию. То есть он не может спуститься. Какая нахрен зона контроля? Вот зона контроля. Видите, вот показывает зону контроля. Вот это. Так я зашел. Как эта хрень работает? Блин, я ни хрена не понимаю, что тут происходит. About yourself. Мой народ страдает. Мои поля горят. Да и у вас, похоже, не лучше. Пришлось белый мир принимать. Ну, короче, мне надо влиять на Лавенту. И оттуда уже как-то забирать. Так, давайте перейдем в следующую эпоху. Кто там? Ханьцы у нас тоже дипломаты. А, это... Вот откуда бумага. Это создает... Создает уникальный район. О, ничего такой халатик. Короче, я здесь, наверное, город сделаю тогда. И вот эти территории надо присоединять. Тут сколько можно этих собрать. Так, оранжевого я встретил. Здравствуйте. Меня называют вспыльчивым, импульсивным, несдержанным. Спасибо за комплимент.
У меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете. What can I do for you? Greetings. What? Why do you come here? Вообще ни с кем торговать и все еще не могу. Ну, я, конечно, тут воинственный такой. Так, лимит городов плюс один. Либо стабильность в столице. Наверное, пока ничего не буду принимать. Внизу надо территорию. Так, а чё я ничего не исследую? А, я ещё не перешёл. Подождите. Я не принял, что ли? Виноват. Просто выбрал и не принял, да? Да, аванпост гиена огненная, я бы даже сказал. Армию бы поднастроить теперь. Так, еще три хода до религии. И, наверное, гидрология. Кстати, а железо... О, железо есть. Так, давайте дальше в железо. В последней империи я еще не встретился. Я не очень понимаю, вот я тут предлагал соглашение, он принят, а потом исчезла эта вся фигня. Как это работает? Покупаем пока. Духовные... Разные государственные новые возможности для предъявления претензий. Ваша высота плюс 3. Давайте открытость примем. From my people, грандиозное and from сотрудничество. Myself, heartfelt greetings. Let us see if we can build a better world. А, мы, кстати, встретили наконец. Ну, давайте. Я согласен. Давай отпразднуем. И пакт о ненападении. Предлагаю оформить наше взаимное уважение официально. Я знаю, что... Вы снова показали свою некомпетентность. Это стоит отпраздновать? Ох ты мой желжик. Speak! Садизм. Может козел фиолетовый напасть на меня? Семь ходов. Не, что-то долго.
Это мы помогаем... вот договор сделали, что мы ему помогаем в строительстве. Мадьяры. Вообще, мне бы армию все-таки построить, даже не против фиолетового, а... Так, 330, а эта теха сколько стоит? Я лучше 330 науки возьму. Да, знаете что, надо армию строить. Где у нас уникальная, вот, Лянь Нубин, это я. Залп чекану, короче, это чекану просто. Бонус к силе атаки, после того, как отряд потратит раунд на оборону. Какая странная способность, честно говоря. Так, где у нас они тут? Еще не открыл дополнительную. А вот осадная тактика. Еще нам сюда надо. Пройти не дает. Бумаги нет, не на чем. Надо тут тоже аванпост поставить. Тут просто сейчас будут мадьяры набегать. Я могу на них... А, я с ними не встретился еще, считается. Они... А, еще они еще даже не в городе. Еще не создали город. Так, а вот здесь надо будет, как ход начнется, валить. Так, что там по... неприсвоенным чудесам? Пирамида Солнца. Что делает? Пища в округах и на используемых клетках территорий плюс 2. Ну давайте, чё. Так, мы открыли... Блин, кстати, я забываю, что демилитаризацию можно использовать. Интересно, она на вот эти ребят влияет? Пройти. Чёрт. Так, присоединяем
10% дешевле присоединение, так что... Вон пошла уже бумага. Подождите. У меня ничего на счастье, что ли, нету? Ну вот же. Естественный фонтан, плюс 15. И соединю тоже еще эту территорию. Все. У нас религия теперь зороастризм. Теперь вот эти ресы должны деньги дополнительно давать. Вот, отказ от роскоши, видите, плюс 5 идет. Ну, давайте, малый совет. У нас ничего не принято из этого, мы сейчас и бесплатно принимаем. Пакт о ненападении, нет. Я с желтым не буду пакт о ненападении заключать. Я буду с тобой сотрудничать. Мои требования вполне разумны. Прими их, или я стану неразумным. Блин, я пока не могу. Мы все совершаем ошибки. Надо мне больше... хватает ума. Ведь у нее медленнее военная поддержка накапливается. Надо накопить военную поддержку, и тогда кризисами объявить войну. Стабильность, чужую религию, нет, у нас своя религия. Меняется торговля, если от... Тут странная система, нет? Я какой-нибудь тут поставлю, чтобы недалеко бегать. Давайте вот на этих влиять. 60 установить контакт, ни хрена себе. Кстати, наверное, или не строить пока. Тут еды мало. Ладно, давайте сделаем здесь порт. Еще, наверное, юнитов. Каких? Насколько у нас там далеко что-то во что апнуть можно? Так, во-первых, плюс одна армия. А, ну мечники уже, значит, мечников надо 26.
Мечников надо. Промышленность. Блин, наверное, праздник. У нас быстрее будут строиться юниты. Как раз. Блин, Ур и Урук. Вообще... Абсолютно разные названия. Никто не запутается. Ну, пятым надо сделать, чтобы армия тут сдалась. Надо поторговать, но у меня ни с кем не заключен договор о торговле. Так, он нападает на меня, нет? Или грабит? Что вот эта херня делает? Ничего пока не делает. Так, 31 сила, а у меня 27. Меня вот так прикалывает, что у этих ребят... Вот в пятую циву, ну в циву вообще, в шестую, в пятую, там довольно редко у варваров или там вот у ГГшек, например... Будут юниты круче, чем у тебя. Здесь постоянно. Тайная жизнь кактусов. Стабильность. Наверное, стабильность давайте повысим. Просветить людей. Да, просветить людей. Опять что-то техи открываются. Как на дрожжах. The world is full of new opportunities, is it not? Here my... Мне это нравится. Я, пожалуй, даже соглашусь. That's what I call a leader. У меня есть для вас предложение. О, торговля товарами. Так, давайте еще, может, с кем-нибудь. It's good to не, see ну с этим я собираюсь воевать. So tell me, how are you today? Тут еще один ход. С фиолетовым у нас хреновые отношения. You remain a mystery. Let us speak. У меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться. This will be good for my people and for me. Сидим, мрамор. Строим домики, солнце светит ярче. Это дорого все, да? Серебро могу. Плюс две науки за научный квартал. Благовоние. Так, серебро 151. Благовоние 117. А с коричневым? Чай. О, 86. Кстати, чай, по-моему, процент. Да, к еде. Давайте чай точно купим. Больше у нас ни на что денег не хватает.
Блин, а где деньги брать? Ты простой ханец, а там гордый и независимый народ. Ну да. Я так и подумал, кстати. А, слушайте, так у меня тут... У меня карта полностью... Ага. Это не Пангея... Ну, это Пангея, конечно, но она полностью, видите, зацилиндрована. Там, пускай автоисследование. Страшно что-то выходить, пока я бы, наверное, тут постою где-нибудь этим скаутом. Блин, минус 7 пошло. О, напал. Ну, я там подведу еще войска. Как-то их надо... Черт. Кажется, он сейчас первым ходом мне довольно много юнитов убьет. Я вообще ни одного не убил, но... Ой, блин, неправильно походил. А, нет, добегаю, нормально. Просто можно стрелять эти лучники теперь только если у них перед ними открытая территория, понимаете? Могут стрелять, поэтому надо исходя из этого. Какие-то нормально стреляют все равно. Пока еще даже ни одного юнита не потерял. А, нет, один все-таки потерян. Ладно.
Стоим, лечимся теперь. Напоминаю, что в Humankind можно за деньги еще вылечиться, но у нас денег нету. You remain a mystery. Let us speak. Нет, мне вот это мне как раз не выгодно. Я все техи так открываю сам. У меня уже практически все, по-моему, технологии открыты, нет? Две осталось, ну и смысл. Вряд ли кто-то дальше меня зашел. Все, я открыл все техи уже. Ну и что, мне нафига мне 10%? Надо уже в следующую эпоху выходить. Кстати, мы тут кризис не можем выдвинуть. Знаете, что я вот этого лучника, наверное, распущу. Вместо него соблюдение постов. Что это такое? Еда от гавани религиозного округа. Нормально. Так, одного мечника в эту армию, а этого мечника в эту армию. Блин, а как бы мне на Лавенту кризис заполучить какой-нибудь, а? Прибавка к военной поддержке при победе. Прибавка к военной поддержке при победе, не понял. И в чем разница? Захватническая империя, отношения. Кто-нибудь понимает, в чем разница? Прогресс исследований другого игрока нет. Я так понимаю, что это мы агентами должны как-то делать. Денег мало. Надо, наверное, коммерческих районов, что ли, построить. We've been going nowhere. Нет, что-то маловато для такого жеужика, как я. У меня вообще никаких претензий нету. Так, а как мне... Так, давайте, наверное, с мадьярами начнем договор. И давайте им культурку и вот так денежку побыстрее. Или, блин, просто в городах их оставить. Так, и так. Они все равно даже во время хода, по-моему, лечатся, юниты. Там не важно, на самом деле, где их держать, просто с городов быстрее куда-нибудь добежать сможем.
Как он по моей территории тут ходит? Что это за хрень? А, это этот дипломат. Мудрость предков. Нет, я бы лучше по прогрессу пошел. Ну что, давайте пирамиду солнца сделаем. Так, где она должна быть? Вы видите описание, где ее можно строить? Блин, вы прикалываетесь, я слепой. Массивная пирамида, она придает постройке характерный цвет. Окей, использование ресурсов, пища в округах, набег, влияние, считается святыней. Рядом с городом. Ну вот, видите, на белом слайде. Но где это написано? Только рядом с центром города, я так понимаю. Your company brings me great cheer. Нет, что это все равно, ой, я принял. Жрать лимон. Ну ладно, я все равно согласен. You are the pride of your empire. Your presence enrages me. Кстати, я могу задобрить недовольных, но у него там нормальная такая военная поддержка вообще-то. Предлагаю оформить наше взаимное уважение официально. Возведение монументов, новая догма. Это наука за каждое культурное чудо плюс 50. Нормально. Мадьяры грабят порт 5 ходов. А когда мы с ними... Одна наука. А они разве что-то добывают? Я не вижу, так что давайте, наверное, научный договор. 24. Или на деньги давайте. Так, а почему он на меня нападает, если у нас уже с ним вроде такие нормальные отношения, нет? Почему мадьяры мне что-то грабят вот тут? Welcome. Go ahead. Я согласен. Рыцари с копейщиками. Выдвинемся в ту сторону. А, один из соседних округов должен быть главная площадь. Господи, тут иногда, конечно, так написано.
Просто хоть стой, стой, хоть падай. Замечена тайная деятельность. Замечены скрывающиеся иностранные отряды. Они будут раскрыты по... По... Будут раскрыты по... Ну, тут нормальная стабильность, отвечу отказом. Пробудившаяся ярость. Ну, ладно, наказать. Давайте изоляция на два хода. Минус 10 промышленность. Там нормальная вроде промышленность. Все, прекратил играть. Ну, я так думаю, что подписав этот договор, мы типа, ну... Так, а сколько у нас сейчас на них влияние? 80. Следующим ходом уже можно будет пытаться ассимилировать, например. Там, наверное, очень много культуры потребуется. Так, а у нас есть законы как раз на ассимиляцию? Минус 50% стоимости. Давайте, наверное, отменю решение. И вот это приму. И потратил я в итоге... То есть я хочу посмотреть следующим ходом, правильно ли я сделал. Посмотрим, сколько будет требоваться на ассимиляцию. То есть я, считайте, 60 отмена, и там 104, ну, пускай 180. 180 культуры я, получается, трачу, да? А... Ну и почему недоступно? У меня уже сотня покровительства. Поэтому надо больше, ладно. Давайте вот так сделаем. Что такое? Мне надо что-то тут, что ли, еще принять? Ладно, видимо, надо принимать. Тут 342 я уже вижу даже по этому договору, что будет выгодно. Ибо покровительство у меня 104. Открывается, когда больше 100. В чем проблема? Кто-нибудь понимает, почему я не могу вот это ничего открыть? Ну, точнее, вот тут вот написано, у меня даже было написано, сколько тут культуры будет стоить. Невозможно разблокировать при недостаточной доле покровительства. У меня 104, 108. В смысле, мало перков. Нет, тут достаточно, тут даже не... Вы видели, что мы вот это могли принять, даже не принимая вот эти. Мало культуры, вот, будет выглядеть так. Будет написано, сколько культуры, ведь мне не хватает. 438, тут 234, но оно открыто, видно, сколько культуры. Мне просто надо знать, сколько требует культуры для ассимиляции. А, 60% от общего покровительства. 100%. Ну, есть вопросики. Так, давайте, ну, давайте по максимуму, типа, вольем приглашение о беженцах. Подпишем. Мне это нравится. Я, пожалуй, даже согласен.
Так, чудо мы построили. Там еще грабят. Норманы. Ну вот нахрена он эту лавенту здесь бахнул? Вот сейчас вот смотрим просто, ну просто через жопу. Господи, Византия на всю карту уже скоро. Это 5% от общего пока. Блин, не добегаю. Так, а если я с норманами тут договор заключу? Ну почему? Почему не подписывается теперь? 263. А он на меня сам напал. Местами нельзя поменять никогда. Выглядит как проиграно. Я не успею. А, нет, успею. Завести, наверное. Может, потому что битва идет? Да, идет бой с этой империей. Я такая, пока я кидал, просто бой начался. И проиграли там битву. Ну, царь Хиука Фува основал всеобщий конгресс. Что у нас тут? Армии наемников, братские народы. Ну, у меня 80. Да, проголосую.
Дальше доктрины. Во. Все в прогресс идут. Двое только в традиционализм, поэтому научный квартал плюс две науки. А, ну, слушайте, надо, наверное, перейти в следующую культуру. Это у нас болгары. Международных кризисов пока нету. Снизила нашу военную поддержку. Но все равно у нас нормально. А, минус 5. Но мгновенная. О. Ты заплатишь за свое поведение. Да, что я хочу, чтобы у меня увеличилось, пока посольство уничтожено. Я отказываюсь от своих требований. В смысле, какое посольство? Что она... Вы меня что, провоцируете? Это же неразумно. Да, что-то в этот раз я хочу, не чтобы подумал. Военная поддержка все выше была. Я думаю, что кризисы еще появятся. Что за посольство в тень И? Я ничего не пойму. Может, это мой агент там бегал? Минус армия просто с нихрена, да? Просто минус армия, потому что какой-то минорный... Все просто ко мне прутся, на меня нападать. Вопрос. О, появилось. 897 культуры для ассимиляции требуется. Так, пока будем вбрасывать туда. Но я хочу Эстергом ассимилировать и вокруг него земли присоединять. Тут, не знаю, тут воевать как-то надо.
Замечено тайное дельце. А где мои тайные агенты? Батыры. Двое лошадей требуется, кстати. А у меня только одни лошади. И я рядом не вижу других. На территории Урук обнаружены. Это вот этот, что ли? Точно. Бродяга. И что он тут делает? Так, а я бродягу могу построить? Могу. Я ничего не принимаем, хочу эстергом ассимилировать. Так, он перестал, кстати, грабить. Так что можно не нападать, а вот бродягу я бы... Нет, стоим пока здесь. Больше городов. Он фиолетовый уже у фиолетовый. Раз, два, три, четыре, пять городов. Так, а что с торговлей? Там могу с двумя торговать? I think only of my people. Remember that. A delight, as always. How may we aid each other? Предлагаю оформить наше взаимное уважение официально. Glorious! Glorious! Let it be so! Сидим, строим домики, солнце светит ярче. Так, может, и с этой тогда... Без ограничений. Предлагаю оформить наше взаимодействие. Она мне предлагает заплатить за это. Что-то мало. Так, ну мой основной союзник коричневый, но его тут... Ну не коричневый, как я, оранжевый. Блин, что это вот за расселение такое? Вот тут и вот тут. Как это вообще? Так, мне надо в рыцарство. Смотреть, есть ли у оранжевого... I am listening. Ряд я... Ну, давайте подпишем. Это все равно, что жрать лимон. Ну, ладно, я все равно согласен. That's what I call есть у него лошади. Надо покупать. Тогда смогу свой уникальный юнит строить. А все, уже не видать агента? Когда на конгрессе вот эта фигня? А, принято? Или еще идет голосование, не пойму. Написано принято. То есть все вот эту вот братские народы теперь приняли, я так понимаю. Так, потихонечку буду туда вливать. И здесь тоже потихонечку. 64%. Посмотрим, как следующим кодом будет. Изменится ли сильно. О, мне желтый войну объявил. Так, кем он на меня идет? Воины с двуручными мечами. Арбалетчик.
Конный разведчик. You ignore me? You insult me? Так. Сколько у нас? Один ход до наших батыров. Она идет к столице. С другой стороны, у меня там уже открыты... Я не знаю, она не должна вообще столицу брать-то. Я стену еще построю, конечно, но... В принципе, у меня там уже... Открыто... Вот, открытые ополченцы... Вот эти, о, ополчение открыто. Ну, кстати, это даже к лучшему, что он мне объявил войну, да? Это даже к лучшему. Количество присоединенных приму. Следующим ходом мы вроде можем начать ассимилировать. Так, может и Ури на всякий случай стену поставить. Частокол, точнее, как стена. Нет, пока мы ничего не принимаем, что хотим набрать культуру для ассимиляции. Так, он осаду, видите, 180. Но мы вводим... Да, самопожертвование. Пойти на встречу, чтобы быстрее юнит. Но мы сейчас отобьем, по идее, должны. Так, битва вручную. Лаконик где-то сзади поставим. У меня даже не все мои ополченцы влазят. Ладно, дайте лаконика сюда. Ну. А, он типа не в битве. Ну ладно, предположим. Вот как он планирует брать город? У меня лучники сейчас вот сюда пойдут, на эту возвышенность все. Отсюда уже даже приначить. А сюда они не могут. Ну, один пускай тут стоит, а остальных туда поведем. Или вообще нет, или этих сюда, а лучников в город мы можем завести. И стоим дальше просто. Или конника убрать. Ну, короче, очень неудачное нападение для желтого, прямо скажем. Так, встану. Блять, я могу только отсюда, да?
он даже не атакует отсюда. Так, ну у него, походу, один юнит остался. Просто ноль потерь. Победа и... их военная поддержка минус 12. Так, я открыл свой уникальный юнит. Открыл. Давайте строить. У нас еще минус 30% самопожертвования. Минус 35% даже к строительству. Так, а у меня в армии сколько можно теперь держать? Шестерых, да. Так, теперь пробуем ассимилировать. Блин, вот это меня больше всего прикалывает. Постоянно было 897, 897. Как только я накопил 897, 1194. Какого, мать его, хрена? Культурная инфляция. Ну, наконец-то, все, ассимилируем. Отлично. Эстергом наш. Так, тут мы лечимся. Или пойдем... Ну ладно, подходим просто потихонечку пока. Надо будет Лавенту осаждать. Я не знаю, вот это вот говно какое-то с двумя силами пришло. Что оно, на что оно надеется? Так, а этими надо территории присоединять. Вообще к Эстергому вот эту можно присоединить уже сразу, да? Мне это нравится. Я, пожалуй, даже... Так, общественная безопасность. А там у нас... По-моему, это ничего не принято у нас. Да, какие у нас там варианты? А второй общественный... Так, гарнизон стоимость. А, можно принять. Так, что у нас на конгрессе? Я не понимаю, а когда вот это вот меняться будет? Вот это вот. Типа...
Релики в мультиплеере пофиксили. Ну, во всяком случае, они так говорят. Так, на самом деле, надо будет проверять. Переходим в следующую эпоху. Чё? Голосование за новую социальную концепцию. Ну-ка. Так, содержание военных. Ну, вот эту, наверное, буду голосовать. Довольство из казны. Я не понял, а вот то, что было до этого, оно теперь как бы навсегда или чё вообще? Или как оно? Непонятно опять в очередной раз. Непонятно. Так, а что у нас с норманами? Хочу ли я теперь ассимилировать норманов? Вот в чем вопрос. Так, ну пошли, наверное, осаждать. Появляться армия, по идее, потихоньку нам будет чем подвести. Так. Why do you come here to waste my time? Плюс один от соседнего атакующего государства. You have my ear. Tell me what you wish to discuss. У меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться. Может, союз предложить оранжевому? Но у него война... Война вот с этим, с инками. О, я могу осаждать, находясь на своей территории. Не Егор. Да, блин.
А это кто напал? Банза Конга. Слушайте, вот это на самом деле раздражает. Я в тот раз играл, сейчас играю. Вот это эти минорные, которые постоянно нападают на тебя, и у них юниты круче, чем у тебя. Это дико раздражает. Это просто какой-то бред. А, кстати, так я могу заменить. Нафига мне дешевле эти религиозные районы, которые я не могу строить. Пускай процессия будет, чего нет. Я что-то не пойму, у меня походу не строится, да? Вот здесь. Типа, все-таки влияет. У меня не строятся батыры тут, получается. Из-за того, что... Ну тут мало того, что осадные юниты строятся, я еще и этих убиваю. Но, наверное, следующим ходом надо попробовать напасть, я думаю. У них тут тоже, правда, подкрепление есть, но это такое. Не, ну это хреново, что у меня там ничего не строится, честно говоря. Как он меня... Он... Аркебузир стреляет через... Ну и все, уже ничего сделать не могут, зашибись. Надо нападать. Более у меня требуше теперь открылось. Интересно, он сразу заменился в требуше? Да. Да, я думаю, что надо идти на приступ. Слушайте, а как они все требуши работают? Я что-то забыл. Ну, предположим.
просто расхреначили все лицо человеку. У него вообще есть юниты еще? Надо лучников как-то аккуратно подводить. Да, ну правда, видите, трибушеты быстро убиваются зато, но... Ну, как бы считайте, что я тут ничего не теряю. Кто это? Шпионы? Они тоже могут участвовать в битве? Или они просто где? Вот они. Блин, почему у них иконка, как будто они спейсами, блин. Эти трибушетами надо обстреливать, ну, любыми осадными юнитами надо обстреливать именно в городе. Что плюс 15 от разрушителя укреплений. Так, тут три юнита. А как мне вообще вот сюда добраться, к этому флагу? Вообще могу добраться. К сожалению... А, нет, забираю. Да, победю я в этой битве, причем не потеряю ни одного юнита. То есть потеря трибушетов, не считается, я их просто строил. Фух. Ну, Лавента захвачена, и в этот раз я думаю, что мы ее таки заберем себе. Всегда готов выслушать хорошую мысль от хорошего человека. Белого мира? Ничего себе. Я в гневе. I think only of my people. Remember that. Я в гневе. Так, торговля. Триста восемьдесят три, 117. Ладно, куплю шафран. Мне расхреначат армию, да?
Ну вот и как ему, кстати, даже Лавенту отбивать? Это ему через фиолетового надо как-то пройти. Tell me about yourself. Я, наверное, просто сижу и жду, когда у него... Я думаю, какой-то армии он придет в итоге, нет? Просто в центре города постоим. Инвестиции. Ликование. Ладно, давайте инвестиции. Так, по идее, имбан Законга теперь не будет на меня нападать. Лошкала еще какая-то. Вот почему все ГГшки вокруг меня агрессивные? Как это работает? То есть, с обычными цивилизациями всегда почему-то проще воевать, чем вот с этим говном, спамящимся на моих границах. Кстати, норманы куда-то делись уже. Вон идет еще армия, которая желает, чтобы ее разбили. Чем больше армии придет, тем быстрее он сдастся. Так, по идее, сейчас должна не перестать грабить. Сейчас посмотрим, конечно. Да, перестали. Так, ну чё, где там армия? Отступает, да? А может, всё-таки повоюем? Does this war do for either of us? А с чего ты решил, что я буду с тобой сотрудничать? Нет, белый мир это ты нормальный вообще? Все возвращается, как и было. О! Пришла ваша очередь председательствовать на сессии голосования во всеобщем конгрессе. Так, теперь я могу предлагать. Так. Что предлагать будем? Ну да, я все-таки соглашусь, что вот интерфейс, то есть, ну, конечно, игравший
Так, открытость. Кроме из этого... Антиимпериализм, империализм. Подожди, ну это ж мы уже предлагали. Ну давайте еще раз, не знаю. О, минимальная военная поддержка для внезапного объявления войны и плюс 10 минимального для официального объявления войны тут. Сдвинулось. Хотя я почему-то в сторону дома мира иду. Что, у меня нехватка лошадей? Я ж торговал с кем-то. I bid you greetings in the name of my proud people. Что разграбили как будто торговые пути. Ух ты, 547, не 547, это фига. Welcome. Let us speak honestly with each other. I think only of my people. Remember that. Хватает уже денег на оплату. Просто сюда вернемся. Мысли с русским, что у нас уже Россия есть в игре. Венеция, Англия, Голландия. Да, точно, русские. По населению, по деньгам. У меня маленькая территория, видите, не получаю там звезды. Этого шпиона сделаем, посмотрим, как оно работает. Так, этого шпиона давайте Хао Цзинь отправим, а этого шпиона Пенхао или в Хараппу. Хараппу давайте. You remain a mystery. Let us speak. А мне это сделка по вооружению. Я, пожалуй, даже соглашусь. This day has turned from acceptable to wonderful. У меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться.
Да, ну тут фиолетовый, конечно. Так, ну что, нападаем. Если мы сюда встанем, мы не дадим подкреплению зайти. Мы, правда, будем урон тут получать, но подкрепление зато заходить не будет. А, нет, даже... Не, получаем урон. Видите, минус 10. Из-за того, что стоим на клетке для подкрепления. Ну, в принципе, теперь можно отойти. Удачно у него стыд, я не могу там. Потребовать выкуп. Я бы затребовал выкуп. Населения у меня и так не хватает. А свирепость что? Плюс одна. Давайте затребовать. Плюс 2000. Так, ну у меня наступает время обеда, так что, видимо, продолжение прохождения завтра уже будет. Ваши впечатления... Так. Это у нас... Блин. Я не пойму, пишет как будто битва, но это не... А, там битва, наверное, кого-то с кем-то, это не я там. Сейчас мы победим в битве, и на этом, пожалуй, стрим закончится. Так. А, я уже победил. Tell me about yourself. Низкая стабильность. Ну, короче, тут осталось буквально два хода, и Лавента наконец-то будет наша, и мы, наверное, объединим с каким-то из городов. Она мне тут не нужна вообще. Но это уже в следующий... Завтра, короче, будет. Завтра. На этом все. Играйте в умные игры. Впечатления о расширении пишите в комментариях. Слава Украине, живи Беларусь, всем пока!